Здравствуйте. Сегодня мы с вами разберем задачу, в которой говорится, как по периметру квадрата найти его площадь. Итак, периметр квадрата 84 сантиметра. Найти площадь этого квадрата. Что такое периметр? У квадрата 4 стороны, поэтому периметр равен 4 сторонам. То есть, чтобы найти сторону, надо 84 поделить на 4. Итого 21. То есть сторона квадрата 21. Теперь мы с вами найдем площадь. Можно воспользоваться S равняется A в квадрате или 21 в квадрате. То есть 441.